Приветствую вас, друзья. Забрасывая это видео, знаю, что не всем это понравится, так как это не джипы, монстры. Это продажа лимузинов, маленький ролик, потому что, пользуясь моментом, что почти 18 тысяч подписчиков помогут мне какой-то сделать репост там, в разных соцсетях. Продажа действительно хороших лимузинов, это наши фирмы. Нужно немножко распродаться, потому что за много их. Очень хотелось бы донести как-то за границу эти ролики. Может, действительно кому-то нужны хорошие лимузины. Пусть обращаются. То есть от вас большая просьба с репостами. Будет у нас наличка. Может, что-то продадим. Будут новые проекты интересные. Будем для вас видео больше снимать. Значит, по лимузинам они все честные, по документам беспроблемные, все нарядные, в хороших состояниях. Помощь с доставкой в любую страну мира. Лимузины на продажу, построены фирмой Whitlin, Bentley, Client Sport на базе Lincoln Town Car, 140 инчей вставка, крыло чайки электрическое, шикарный салон, Rolls-Royce на базе Chrysler 300C, вставка 140 инчей, крыло чайки электрический подъем, шикарный салон, 5.7 мотор Хэми, тоже 5.7 Хэми мотор, Rolls на базе Chrysler. Все машины в идеальном состоянии, с идеально ровными боковинами, шикарными салонами, все крыши кожей обтянуты, нигде не потресканы, не порваны. Все продается за адекватные деньги. Помощь, доставку за границу с документами, оформлениями. Все оборудование работает. Дополнительная печка, кондиционер. Видите, салон в идеальном состоянии, вообще проблем нету. Идемте посмотрим следующий. Здесь двери уже обычные. Немножечко другой салон. Тоже лимузин продается. Видите, салон идеальный, просто идеальный. Нигде ничего не порванное, сиденье, все работает, все светится. Тоже дополнительный кондиционер, печка. Нигде ничего не висит, потолок цельный, не так как америкосы делают. Здесь присутствует дым-машина, лазерное шоу. Вот задки этих тачек. Двадцатые диски, хром. Восемнадцатые диски, хром. Идеально ровные боковины. Видите, вообще ям нет. Вообще, как струночка.
Идеальная покраска. Бентлячок. Также идеальная боковина. Двадцатые диски. Шикарный салон уже в 3D стиле. Все работает. Хорошая музыка, усилители. Телевизоры, музыка классная. Идеальная по зазорам, по покраске, никаких проблем по кузову, вся ровненькая, все зазорчики, все двери четко везде закрываются. Очень хороший автомобиль, очень популярный, просто поменялись планы, хочу продавать. Очень популярные тачки. Это не Мерседесы столетние, не ретро Эскалибуры, не Крайслера обычные, никому не нужные. Ну и слава богу, это не обычный Линкольн, который ничего не зарабатывает. Машинки ровненькие, как струночка. Нету ни прогибов по линиям, ни по крыше прогибов нету. Все машинки ровненькие. Также вон Chrysler, следующий Rolls. Также и Bentley. Видите, да, тут много прогнутых машин продают. Ну, что по вот этим линиям, что по этим. Что по порогам кривые, что крыши в этой части вогнутые. Здесь же вы видите, проблем вообще нету. Видите, ровненько.